Что это? Санек. Блин. Жесть. Сколько? Друзья, всем привет! В этом ролике я хотел бы показать вам, как проходил наш 5-дневный сплав на плоту. Несущей базой для плота послужили пивные кеги объемом по 30 литров каждая, которые были взяты в ближайших точках продажи разливного пива в нашем городе. Взяты они были абсолютно бесплатно. Мы пробили, наверное, около десятка за время нашего путешествия, но тем не менее объемов 1620 литров нам вполне хватило, чтобы впятером добраться до конечной точки. Габариты же плота составили 5 метров 70 сантиметров в длину и 3 метра в ширину, сделанные из трех одинаковых блоков по 1,90 м на 3 метра каждый. Так было сделано не случайно, это было сделано исключительно для того, чтобы вся конструкция в полусобранном виде помещалась в газель, любую газель 4-метровой длины. Блочная конструкция плота была выбрана не случайно, так как 2 года назад мы уже осуществляли подобный сплав, однако привезли с собой только доски и тару, и прособирали мы тогда этот плот около 14 часов, не успев закончить это за один световой день, делая это втроем. В общем, было очень тяжело, поэтому в этот раз было принято решение изменить конструкцию. Пока мы только добирались на этой газели до места высадки, погода начала очень сильно меняться. Мы увидели огромную черную тучу, начался порывистый ветер, вскоре начался и дождь, который прервался только на 1 час в этот день. Все это время мы укрывались в крошечной палатке, которая максимум может поместить в себе 2 человека. Делали мы это там вчетвером. Также были предприняты попытки ночевать вне палатки для экономии жилого пространства, как это можно увидеть здесь. Так или иначе, плот был собран, а то, как это делалось и что получилось после этого, вы сейчас и увидите. Ну что, погнали? Называется, мы нашли хорошее место. Савелий не захотел обратно бежать в грузовую машину, остался на берегу. И вот такого дождина. Горе-оператор, блин. Хотел заснять, как они приезжают. Спасите кто-нибудь, он только усиливается. Ну все, благо дождь закончился, мы разгрузились немного выше, так, вон там, водитель не захотел дальше спускаться, потому что не факт, что он потом бы дальше заехал, потому что вся трава мокрая, могло все размыть, и, в общем, мы выгружались вон там повыше, сейчас уже спускается какая-то левая машина к нам, вот, так мы все вот это дело разгрузили. Сейчас будем притаранивать остальные вещи и уже потом собираться. Чел! Мы приехали. Тут у нас второй блогер просто. Первый, вообще-то первый, да? Сколько подписчиков-то? 70. 70 это круглое число. У меня в инсте больше. Такое же, как на моем банковском счету. 0. Давай подрубим. Подрубай. А за свою? Нет. Вот. Не зря спросил. Можно ваш телефон? Ты пишешь, да, уже? Я? Да. Веду летопись. Потому, наверное, скачал. Я где-то 120 скачал. У меня второй архив не зафиксируется. 120 чё, треков? Да, чуть больше, наверное. Я скачал где-то 1200. Crunch, Peak. Да. Rimza. Просто насырал. Да. Так, ну чего мы тогда, модуль сразу один на воду, да? Да. Ага. Да, наверное, нет. Вивальди мы не будем слушать. Вот смысл сейчас снимать? За авторское право забанят. Музло на заднем фоне. Да не, просто не будем напрягаться по поводу музла. Ой, по поводу съемки. И что, сработает? Серьезно? Классная, да? Или что, на воде будем переворачивать? Да.
Заберись за середину. Что такое? Нормально. Ну, собственно, плывем. Батя, нормально? Нормально все? А? Нормально, говорю, все? Это почти успех. Мы почти не умерли. Да. Ты уже давно можешь слезать? Команды? Я вроде ее дал. По башке себе стучи. Все-таки с того края, конечно, хватает там палочки. Ну хотя бы здесь, да. Да там натянем, если надо будет. Происходит документация. Много вещей осталось еще? А я пиво! Ты компьютер что ли еще с собой? Да. Играть. Ну типа. Конечно, даже без пива-то. Да. Оставь на ком после красной из Кубы в Америку. Угу. Чел эмигрирует. В Иран уплывем. На иранскую сделку. Ну перекосик есть, конечно. Мотор унесли уже? А? Вот его я и возьму во вторую руку. Ну, оп-оп, повеселее стало, да? God damn right. Ну, процесс упаковки вещей не такой увлекательный, чтобы его снимать, я считаю. It's наш сплав, мы плывем. Мотор не шлепнется вот так? Нормально, шлепнется. Я тоже так думаю. Давай хоть привяжем его. Или хотя бы вот так положим. Да. Товарищи, сейчас в берег войдем. Прям на куст летим. Пройдем? Пройдем. А ты с мылом одеваешь свой? Да.
Он у тебя сухой, да, полностью? Ну, нет. У меня просто мокрый, но вода затекает. У меня тоже затекает. День на третий, если вообще. А сверху можно на джиг половить. Сейчас в тот берег впишемся, если разворачиваться не начнем. Я вот куканы еще не брал. Кого? Кукан, ну, для подводной охоты. А. Ну вот так купоты. Да конь. Опа! У тебя вес великоват. Жирный? Шесть спиннингов. Я свой микрожиг уже не стал брать. Ты правильно. Под микрожиг я тебе говорил, сразу не бери. У меня практически все палки под микроху. А, обычно есть где-нибудь? А, одна, да. Ну, полторы, там одна есть. А чем тебе столько палок под микроху? Смотри, я одно время ломал, покупал новый, ломал, покупал новый, а потом научился чинить. С грузами? Я без маски. А, ты дурачок, походу. Ну есть такое. Дай. Пожалуйста. Где? Там, где-то положи на проходе. На проходе. Маску кто-нибудь видел? А, вижу, все. Shark Bay. Нет, я с грузами. Так. Он тебе запотевайки-то нет у тебя? Нет. Плюешься? Да. Ты не в ту сторону гребешь, что вот так же вот возьмись. Да-да-да. В две руки вот так. Вот одна вот, вторая вот. Ну, только тебе наоборот надо. Вот так весло. Вот в ту сторону. Ну, для тебя в ту. Да-да-да. И все, и вот, погнали. Да. Ну да. У нас было только-только. Интересно, кто первую рыбину возьмет, я или Саня? Или никто? Вот новый поворот! Вот сейчас Саня там в кустах кого-нибудь жахнет. Ой, мамина курточка в ход пошла, я гляжу. Тут где-то булки лежали у прохода. Я их вот сюда вот кидал. Сюда? Нет, на этот. Ты-то уже нормальной еды хочешь приготовить, да? Да. Ты уже булочничество не хочешь? Пирожок с мясом на ПП. Ну, можно. На что ты сказал? На пополам. Дай газку маленько. На мотор прихренакает, реально. Рыбу, не, если у какого-нибудь хорошего места встанем, на удочку можно вот так вот половить будет просто. Ну, можно даже не в самом хорошем месте, если типа почилить и кофе сварить. Кофе, да, кофе. Когда дна достану, да.
Достаешь? Да. Сервисло мокрое. Это Монза или что такое там называется? Это Кострома, Монза выше была. Монза в Кострому впадает. Мне бы еще веревки. Квс. Я просто как пленка скоро займется. Ты отрезать? Не надо. В следующий раз бобину бечевки с собой берем. Саня, неужели тебе надоело? Ноги устали. Да и какое-то там скучное все. Вода какая-то стоячая вдоль берегов. Нету никаких завалов. Места тоже надо знать. Так, наверное, практически мы можем сейчас яиц пожрать. Можем. Чтобы сырых попить. От них избавиться. Давайте пожрем. Пивандепло. Мне еще актуально? Кто? Яйца. У меня да. Были два дня назад. Актуально. Это нормальный туборг? Нормально, нормально. Нормальный туборг. Вот только в самом начале видел двух головлей. И то, может, там перекат это хороший был. И то, может, это один был. На стоячке здесь ничего делать. Ну я так, я даже не понимал, куда стрелять. Дальше, чем хвост, но я туловище даже не видел. На этот, на спинке ничего еще не было. Не, так а что мне ловить, булька, что впереди плывешь? Давай я могу сзади плавать. У тебя яйца. Ну, ты сейчас еще поплывешь? Угу. Псих. Ты что, сюда прям? Вот в этом завале попробуй. Ну, вот не завале, а вот в это вот. Угу. Может, кто-то стоит, может, не стоит, не знаю. Не знаю, но я не старался обгонять, ну просто так получалось, то, что я быстрее. Да, пленку будет хорошо на второй этаж закинуть, сбоку куда-нибудь привязать. Да. Намного... Слушай, будет по суше потеплее хотя бы. Вот тут вот на микруху можно было бы покидать. Я вижу, что здесь... Юзури 66. Да. Ну, классика неубиваемая. Фиолетовый тоже 66. Угу. У меня много было, 33-х, 44-х. Остался сейчас один 66-й. 1.44, 33-го ни одного не осталось. Все пообрывал. Но они сейчас стоят, бляха, по 500 рублей. Ну, смотри сам, может бревно, может камень. Погляди. Ну, в любом случае, не очень хорошо. Ну, так, неуютненько. Ну, да. А, не, вот следующий все-таки мы прям по курсу. Ну, маленько сейчас поотвернем. Ой, какие хорошие тут зеленые листики прямо. Так, и вот маленько газа буквально. Раз. Место, да. Два. Три. Все. Считай, прошли. Ну, может, сейчас жопу занесет маленько, но это не страшно. Ты решил проблему вот так вот. Удобно, когда есть человек, который постоянно в гидроче. А тебе удобно, наверное, тепло не тратить. Да. Знаешь, где ноутбук мой? Ты видел? А, ты куда-то под крышу был? Да. Не, не видел, но я слышал. Ну это просто идеально. Вот этот, вот бортик его ровно под трех человек хватает. Все три берега обкидывать. Что-то у меня проблемы с доступом к джек-казино сегодня, Сань. Ну, в смысле, два берега и середку. Три берега. Сейчас экранчик.
Что-то на квантово запутанном. На, то-то я думаю. Сань, зацени. О, нифига. А, ну да, видно, что вот жесткость. Разная. Угу. Тут кончик мягче вот этот. Ля, какая красотища. Давай я сейчас заведу сразу тогда уж. Сава, Настя, бригада гастарбайтеров. Да вы молодцы вообще, вы лучшие. А что режете? А, фига вы, реально гастарбайтеры. Нет, не о, угодно. Наконец-то песня про бункер. Можно погромче песню про бункер? Ну как узел, только в 8 раз и последний через кольцо пропихиваю. Понял, понял. Не настолько погромче. Теперь я там что-то нарывала. Есть пробитие. Я теперь пишу 60 FPS, 1080. Я тоже. Ванчик, привет. Покидывай. Привет. Саня. Прекрасная гидрокостюмная задница. Нормально, нормально. Так, вот так еще можно. Обнаширик, наверное, нет? Просто Санек зверь. За хвост так можешь взять или выскользнуть? А, нет, нет, еще выскользнуть, конечно. Все, давай резать тогда его. Ну вот, так что... Три пути у нас есть. Направо пойдешь, налево или прямо. Зацени просто, ну три пути, реально, три пути. No way. Так, мы пойдем по центральному пути. Вот сейчас вот мы движемся со скоростью километра, я думаю, 3-4 в час. Я даже бы сказал, наверное, 5, ну хотя, может, 3-4. Это мы... Ном? Когда мы в ту ночь неслись, а, ну, в принципе, чуть больше было скорость. Ну да. И после... И сейчас вон те вот... все кусты так просто протаранись. Да. Вот тут вот я не знаю, встанем, не встанем. Надеюсь, не встанем. Я не гидрофилик. Я понимаю. Но если что, острогой толкнемся так. Вот где надо кидать-то. Еще за ворот, еще за ворот. Можно считать, что... Норм. Пользуясь случаем, в таком хорошем месте я пару раз кину на вот этот спиннинг. Все, мы уперлись в небесную твердь. Так, ладно, окуня надо переселить. Да. Сейчас мы буквально вот и... Я извиняюсь. Дали леща, так сказать. У тебя тоже поклевка была? Да. Место хорошее. Савелий, у тебя есть викенд? Викенд есть? Чего есть? Викенд! Викенд? Эйнал! Давай говори. Викенд есть? Какой викенд? Сука. Нихуя не слышу, ко мне. Викенд есть у тебя? А. Викенд. Блять, я
не знаю. Это название кристаллов каких-то? Чего название? Название кристаллов. Да какие кристаллы? Что началось-то? Все же нормально было. КРС, говорит, это что, кристалл? Вот удар был, а когда вот он был, непонятно. Сечешь прямо. Погнали, погнали. Санек. Давно не вываживал лопани. Слушай, ничего ж ты. Да, что-то... А что это? Санек. Тихо, давай я возьму просто в руку. О-о-о! Ну вот это точно 300. Санек, красава. Первый, охренеть. Вообще. Вот это, наверное, мой рекорд тогда. Ну вот это, наверное, твой рекорд, мой куням. Вообще, кайф. Красавчик. Я даже на некоторое время потом... Чекайте, окуня Санька. Все, тут по рыбалке на пульте пришел. Связь! В каких-то лопухах. Сейчас Миша такой, оттолкнусь-ка я, пускай нас несет. У какого-то берега. Мне кажется, мы просто стоим сейчас, уже никуда не плывем. Ну да. Че, как говорится, пара забросиков на микроджиг. Эй, Миш! Спать пора, какой микроджиг? Миша такой, ну я немного, на два заброса, которые будут два часа в день. Просыпаемся в два часа ночи. Миша, ну я еще пару забросов. Да, полторы уже, блядь. 4 утра, Мишань, ложиться пора. Миша такой... Ты че, утренний клюв, дурачок? А, доброе утро. Доброе утро. Второй день нашего прекрасного сплава. Хочешь, чтобы я это смонтировал, тогда не матерись. Понял, да. Понял. Будешь запикивать? Нет. Буду я еще напрягаться. Ваня просто свергает наш плот куда-то лопатой. А вот Саня еще спит. Ага. Кашка, чек. Кашка. Сам такой. Я про тебя вообще так говорил, так что со стрелочником быть нехорошо. Ну какой шикарный пляж. Вот вам походные условия. А вот хорошо ты тут разложилась. Замечательно. Пускай настаивается.
Господи, какая кастрюля, какая крышка. О боже, какая кастрюля. Я хочу от тебя кашу. Саня. Не Ваня. Давай, Саня. Надо, Саня. Ой, ладно. Не будем трогать бедного гидрокостюмника. Даже связь есть. Вот это снимать не надо, но я снимаю. Ну что, Иван не будет пока хавать? Нет. Это что? Кокос будет. Там тебе поудобнее будет, так что бери ее. Красотища, как тульский пряник. Да. Всем жителям Тулы привет. Авторские права просто. Интересная песня, песня Оксимирона «Ультима Тули» про Тулу. Господи, за что? Вот сюда положи. Ты можешь не ругаться, пока я пишу. Миш, не смеяться. Ну, не знаю. Запрет на мат на плату. Ты уж не знаешь никогда, когда Миша пишет. Давайте введем запрет на мат. Давайте. Давайте так, один раз матернулся, 50 рублей. Каша с пеплом. Тихо, да? Спасибо, папаша. Вайн разве... Я считаю, что сейчас будет окунь. Это норм. Ну, не совсем так, но вообще почти по прямой. С изгибами. Ну, слушай, да, до Талицы, ну, 3 часа ходу, самое большое. Реально жарко становится. Да. Пора одну кофту снять уже. Я не только кофту поеду. Знаешь, что ли, просто кофту? Сейчас нас закачает маленечко. Я не знаю. Не сильно. Нет, ну реально, правильно кроссовка. Да он настолько большой, что волны об него просто гасятся. Вот? Да. Вот чел понимает, что рыба вся выше, поэтому он пошел выше. Ну-ка, Санек, давай глянем, что там у нас. Наловилось. Ну, я считаю, что не дурно. Ты тут вообще горбач, конечно, твой. Это мой разум? Да. Есть. Ну, слушай, ну... К 2, наверное, килограммам. Не? Ну, полторашка есть точно здесь. Я даже нормально не понял. Ну, вместе с садком. Угу. Ну, вообще неплохо. Хорошо трется. Вообще. Надо костер оживить. Саня, как дела? Да вот уже с кайфом одеваемся. Вот как бы времени 10:12. Он уже поел и в бой. Час как проснулся называется. Ам. Здравствуйте. Миш, а дай твою маску, я хочу попробовать на одной. Тури, наконец-то оно свершилось. Иван после 7 или 8 часов мук со спиннингом вымучил. А, отлично. Давай эту фотку надо сделать еще. Держи. Так, аккуратно. Вот за поводок возьми. Настя.
Да, это, телефон твой здесь лежит, да? Все, мы фоткаем Ивана, наконец-то. Спустя 6 лет попыток. Кроссовое лово вообще просто в натуре. Чилим. А, это Савелий телефон. Я опять думала, это был. Нет, это не мой. Не подсекал? Подсекал. От души вообще, молодцом бы. Мои поздравления. Итак, мы едем настолько быстро, как никогда. Потому что что? Правильно, мы подрубили мотор. Лодочный мотор. Эл! А? Что, попробовать помощнее? Или... Нет, подождем, наверное, сейчас прямая будет. Бензина нам на сколько хватит? А? Надолго. Надолго хватит? Он на таких оборотах сколько он? Сколько он на таких оборотах потребляет? У нас 15 литров. Мы если захотим, мы на нем полдороги пройдем. А. Вот оно наше спасение! Ой! На ходу-то. Ну, Сань, километра 2,5 в час точно идем. Мне кажется, больше нет. Ну, может, около 3. Здрасте. Здорово, здорово, нигер. Я выйду наверх, оценю, как каково оно там наверху. Давай. Как ты повеселее сразу стало, да? Одеяло почти высохло, ты приколись. Ну я его тут еще периодически мочил, оно уже было сухое, просто где-то костюм снимаю. Ты прям вот так вот, ты видел его выход, когда он у тебя влетел? Нет, не видел. Не видел? Ну это экспириенс. Если еще с кайфом можно так лечь или сесть на ковер. Не, вот когда вот так вот движешься на моторе, здесь просто вот все стулик вот этот большой поставить. 360 кидать. Итак, шел третий день. Третий? Да. Точно. А какой? Две ночи. Уже. Ночь какая была? Вторая. Да, а до нее? Первая. Понял. А, да, еще у вас задачка перед тем, как уплывать. Ну, хотя, или ладно, можно после кеги подложить. Кегу? Их две у нас. Кега? Кеги? Тык-тык-тык-тык-тык. Так, что там? Чел, мне 60% точно хватит. Так что. Точно хватит? Да. Там еще 33 на акуме. Бля, у меня 5%. Опять материшься на камеру. Блин, у меня 5%. Так, Саня, ты наверху? Да. Я сейчас буду штанишки с трусиками снимать. Что? О, поснимаем. Без моего участия? Ко мне тоже. Он полез! Штанишки снимать. Я нет, я за грузами. А то есть такие шутки на камеру? Да? Вы зацените, какой у нас камень, который станет якорем. А! Молоко осталось. Пускай стоит. Да! Да. Аккуратно, тяжелые. Опа. Это ее так выпидорило? Воу! Блеха! Мангал? Зачем кегу в мангал? Прям в мангал! Пахнуло? Нет! На твою радость! Ура!
Дебил! Кега не взорвалась! Там такой. Вы посмотрите на этот торс. Киборг-убийца просто. Май. Вот на этот убийца пива. Убийца пива. Яр пива. Давайте не будем рекламировать бренды, пожалуйста. Мне за это не платят. Слушай, я думаю, трешка. Думаешь, нету трех? Да я не знаю, мне такие большие щуки просто не попадались. Не... Ну, чистить удобно, да? Да, нормально. У нас тут профрыбак. Подкормлены мальки. Которых сейчас, конечно, не особо, наверное, видно. Куча дров. Одеяло, которое пытается сушиться. Куча мусора в том углу. Наш интересный уголок с засоленной щукой. Настя наводит потихоньку порядки. Разряжаем мою маленькую колоночку. Потом будем вот эту дуру разряжать. Да, пока что можно навести. Так, мы ведем репортаж с места событий, где все очень плохо. Вот этот персонаж сейчас был в полной истерике. Вот у этого персонажа уже плохая истерика. Да, не. У него уже даже сил нет, у него сживали все груза. Вот эта мадама у нас чилит просто, перемыла все, что можно на этом плоту. О, это главный добытчик, пожалуй. А я с кайфом съедаю без сахара. Yeah. Уничтожаю просто. Кайф. И вот готовим, так сказать, борщ с нуля. DIY. Приготовиться к удару. Держать мангал. Пол борща мимо. О. Ой, господи, помогите. Ну что это такое? Ну что, ну как это может быть? Скажите, пожалуйста. Как? Что, борщ мимо? Да нет, там немного. Немного? Сказал пол, ты что придешь? Я на панике. Ты на паприке. Завязывайся специями. Пальцы добру не доводят. Еп. Савка. Еп, Мишкс. Кто куда, а я почилить. Сальный клапан. Бринзе. У тебя такое лицо смешное. Может быть, у меня смешнее. Кто знает. Передаю привет папе, маме, бабушке. Взял себе на лицо, налил. Ну тебе не привыкать, да? На чиле. Но я иду за борщами. Е-е-е. Так ты привязался? А? Привязался? Кто? Ты. Ну видишь, вы не плывете. А-а-а. Ну ладно. О, нифига, тут у нас повреждение конструкции. Чё там? А, нет, это изначально криво сделано. Да вы можете подумать. О, пробита кега, раз. Вот это вот пробито. Диагностика. Сколько кег всего? Сколько всего кег? 54. Больше с этого края нет. Повезло. А, что здесь делает горчичный Хайнц? Мы его ели. Где вы его нашли? В сухариках? Да. Да блин. Чел, почему ты умеешь думать? Мне не получается тебя подкалывать. Я-то думать бросил в прошлом году. Так.
по этой стороне надо идти. Вон там есть что-нибудь? Там тоже надо. Можно вода. Посередине бревен вообще нет. Жесть, течение супер быстро. О, намутили темку. Мы умрем. Да не умрем. О, Саня, подтормаживай маленько, если сможешь. Да не, мы опустится, думаешь? Не опустится, но... Сейчас будет пробитие. Что, прошли? Значит, красиво. Имбовое место. Имбовое, я тебе скажу, с рыбой. Рыбу. Здесь есть голавль. А здесь посередине есть бревна. Рыбы в аквариуме. Унести посуду? А? Да, да, отнеси посуду. Спасибо. Две банки тушенки, это вообще смак. У нас было две банки тушенки. Миш, дербань эту банку. Пять батонов белого хлеба. 20 литров. Не, больше. 20 бутылок пива. Слушай, мы, получается, у нас литров 30 пива, что ли, у нас было? Надо было кегу брать. Разливного. Угу, как бы мы ее наливали. Наливали, да? И как бы мы ее закрывали. Пов, ем кашу. Я ем кашу вон. Каким-то гостем. С молью тупо. Класс. А прикинь, если бы ты ее съел. Вон белок. Наконец-то источник белка. Хит ин. Все, все. Да ну, Саня. Да, ну, Саня. Я не выпью столько. Выпьешь, выпьешь. Все. Надо заправиться перед. Ну, чтобы в костюм потом писать нормально. Ну потом с потолка капало, как надо. Будь здоров, спасибо. Кто-то вообще просто на хайпе повесил полотенце на просмоленную доску. Дурачок вообще просто. Троллинг существует всегда. Знаешь, я фраза? Доктора Попова. А огурцы есть у нас, кстати? Не отрывай от ботвы. Понял. В смысле, какого доктора Попова? Ты чё? Доктор Попов. Ну, который с собаками эксперименты делал. Это Павлов, чел. А, окей. Доктор Попов – это сила живого огурца. Лучшее средство от лечения геморроя – это что? Темку намутил, чел. Не отрывают ботвы. У нас немного... Савелий, который как упасся. Да. Просто вот стою, ждем двух оболтусов, которые ушли за рыбой пониже. Ну вот тут комфортненько с мангалом расположился пока. Как ваше настроение на четвертый день сплава? Настроение нормально, усталость, конечно, капец. Ну вот и так. Ну вот, завтра приплыть было бы нормально. Что можете сказать по поводу температуры воды? Ну прохладненько, вчера было лучше. У вас тут костерок. Да. Вот хоть подзагореть. Почти на джакузи. Что там, Миша, ты собираешься обратно плыть? Ну, он еще пока не скоро, там, видимо, улова много. А? Чтоб еще поснимать? Ну, беспорядок, я думаю, снимать не надо, там и так уже записи его много. Да? Ваня на чили, на расслабоне. Там, по-моему, всегда Ваня на чили, на расслабоне. Ну да. Кто чем занимается, и Ваня на чили. Как-то так. Миш, ты скоро обратно? Нет. Понятно. Конец репортажа.
Жесть. О! Сколько здесь? 11. Рыба. Захайтил. Настя, сфоткай меня вот так. Двойная съемка. Мне надо подойти, наверное, маленько. О. Упали в кадр? Да, да. Давай еще пару. Знал бы, что будут крупнее, такую мелочевку не стрелял бы. Кукан кончился. Во всех смыслах. А так бы еще больше бы настрелял. Ну там может сейчас еще Саня добьет, я не знаю. Итак, у нас тихий час. Мы плывем в сопровождении двух водолазов. Вон тот поймал еще одного головля. А вот второй пока не знаю. Вот погода вообще шикарная весь день. Сейчас был ветерок немного. Сегодня у нас день отдыха. Я даже успел книжку почитать. Ну, Саню видишь? Да, немного сзади тебя. Сзади? Ну вот он. Скажи ему, что все вниз идем. А вот тут спроси, есть что у него летает. Саня! Саня! Сань! Саня! Не докричишься, сейчас. Походу там кто-то есть. Видимо так. Вниз идем, Сань. Чего? Вниз идем. Ага, а Миша где? Вот он. Много взял? Одного. Одного. Я у тоже. Сколько? Тоже. Понял. Я твоего подранка фруктова видел. Да? Жить будет. Окей. Нереально флексит, вообще на хайпе чел. Вот так кринжанул, что я вообще типа не помню. Ой, главное, что? Не забудь про камеру. Не сбить ее. А, сейчас показывал, палец рыба есть там? Да. Голавль? Да, но я не смог взять и пробрался ручьем, вон ушел. А ты этот берег весь проплыл? Да. Вот здесь вот только еще сейчас посмотрю. Вот понял, я вниз дошло. Тогда, а ты догоняй потом. Окей. И Нок, походу, нашел завал. Самое главное, что он пер это фиг знает сколько. Санек приплыл. Сейчас. Раз. Не, ты в натуре завал нашел, походу. Ты здесь сейчас уже? Короче, на изрекате, да, там в небольшом месте вот этого взял, потом еще вроде трех. И еще трех там на старом перекате. Мега хорош, чел. А я здесь только одного увидел. Ой, ну ты зверь, конечно. Ну что, мы сравнялись, наверное, почти. Я только двух привез. Двух? Ну все, нормально. Красавчик, вот этого я прям вообще уж в бан прострелил.
Только голова не, была не то. Мы нашли кириешки. Не надо. Давай соль сюда. На соли. Так, нет, держи. О, это шаман? Пакет нам нужен. Это шаман. Слушай трек. Миш, когда ты знаешь, что видео не бывает, его ложишь на YouTube, папа его смотрит. У нас было 2 пакетика соли. 10 килограммов рыбы. Больше. Там 15 минимум. Было. Санька, Санта, Саска. Не знаю, что это за видео, которое ты сделаешь. Все засолил. Я сейчас еще воду солью. Я воду сливал. Я воду сливал. Там опять вода, там опять вода. Да блин. Ёшкин кот. Блинский блин. Ёкарный бабай. Саня, который Мадрид, пили. Мадрид, пили, точно. Саня пили. Ну-ка. О! Я надеюсь, ты не потерял головлей? Нет. И сейчас просто полирну килограммом соли. Ну, это то, что у нас есть. Ну, это нормально, Сань. Все в рыбе, да, чисто там? Да. Это вот трек «Бомба». Крики? Без криков. Видимо, ну, трек. Не, почти без криков. Вообще бывают треки без криков? Да. Да. У меня у Тани был 6S. Она разбивала его сразу. И на крайняк она его просто... В туалете. О! Что, наелась? Я попробую. Она утопила ее в туалете. Я свою историю. Я понимаю. Ну вот я человек. Она уже это сказала. Сейчас в реку упадет, если он расходит. Да сейчас, короче... Саня в реку упадет. Сейчас Саня как боцман, бабах в следующий раз, и плот просто в щепки. Да, Сань, ты его здесь не расколешь. Ну сейчас посмотрим. Саня, Саня, Саня! Да сейчас увидим еще не трепики события. Ты дышь! Сейчас бы березу поколоть. Здрасте. Здрасте. Руками хочешь разобрать? А, тут уже рукой поставили. Точно в реку уйдет. Сань, ты точно немножко пива выпил? По ощущениям, как будто бы ты выпил все пиво. По итогу нам пива не хватило где-то 2 полторашки. Да. Даже не уколол. Амортизация, Сань, амортизация. Имбуешь, имбуешь. Но с имбует ли он до конца, вот в чем вопрос. Это уже вызов. Саня, 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 Саня. Куда позже глубже заходит. Хорошо, когда глубже заходит. Сейчас он его разрубит. Саня, имбат.
давай ультуй! Просто сейчас Аня рванет еще раз, когда все тигры взрываются просто на тем процессе. Нормально. О! А, это просто шваркаемся. За поворотом центральный, да? На поворот от мы. Да-да-да, Сань. Винт. Бережем винт. Принтера у нас нет, чтобы его установить. Так, Саня, разреши пройти наверх. А, ладно. Вот они, студент МГУ придумал темку, намутил. Читер, читер! Нечестно, нечестно. Красава! Все, дальше руками. Да я уж пробовал. Мама, зови гостей, накрывай на стол! Вали сразу, ой, блядь, вали сразу в мангал одну. Так, ну чё, пацаны, плов? Плов. Плов, пацаны? Плов. Meet Mr. Nice Guy. Блин, вот пацаны, блин. Он уже готов? Да! Вот минус того, что я не смотрю, что это золотую. Пацаны, блин. Пацаны, это уже... унисекс слово, понимаешь? Саня! Ни хрена рыба в снегу. Ночью холодно, ты не знал. Рыбы меньше. Можно глоточек? Блин, надо было. Спасибо. А вон возьми яр пиво, под столом мое стоит. Я его зафлексил на один глоток. Это точно не каша? Нет, это плов. А где вода? Надо было две бутылки, ой, две банки тушенки под я нее. Я могу. Давай вторую. Слушай, на завтра на обед ничего не будет. Придумаем что-нибудь. На обед это не так страшно, давай. И, в смысле, страшно. Обед... Да нам завтра уже просто сидеть флексить до буя, вот так на моторе. Да, сейчас будет. Я не люблю, когда я голодный. Да голодным не будем. Да, голодным ты не будешь. От души. Саня! О! Саня! Мы счастливы! Это что? Это что? Это кайф. Мясо. Тушенка, тушенка. Я не хочу это. Чел, она огонь. Да. Стол, кстати, кайфовый вообще. Не, я все дни говорю про этот стол. Савелий, аплодисменты лучшему повару Славе. A few пиво. Later. Скрабрейв. Да. Для этого надо встать. Я поссать не успею, к сожалению, но. Сань, надень. Он на заднем плане тушенку выкинул. Тушенкой на гринжу. У меня ноги устали. Давай, блядь, давай! Ты на проигрыш встал, долбоёб. У нас... Смотри, мы везем
слышишь? Здесь плов аккуратно. Пожалуйста. Ну тогда чисто все, все тусы с ними. Они пьяные. Я закончился. Я извиняюсь. Умер Витхайм. Так, это так вот? Ну, сути не надо. Да я не надо. Накладывай ему, я ему насильно затолкаю. Я уже наложил, да. Но это кому-то друг, я не хочу. Сколько камон съешь, столько съешь. Да. Не, я не буду. Камон, да чел, я буду. Этот видос своей маме покажу. Окей. Да. Я не буду, да я не хочу. Да. Ну же понимаешь, что я не буду есть? Вот, спасибо. Вообще без тушенки почти. Ты же хотел попробовать. Ну, когда тушенку вывалили, приходил точно. Ага. Что, норм? Угу. Угу. Не то слово. Аплодисменты за Верю! Чем пахнет? Словом? Нет. Сав, ты точно, ты точно цыган? Может быть, ты узбек? Мы кинули салфетку влажную в костюм. А, ну, что, да. Минус один волос. А, минус один волос. Из 10 миллионов. Оставь полглоточка, ровно пол. Уже поздно бежать, не обнулиться душа, не говорить, что нужен тебе сейчас. Твой неразборчивый слог, будто бы пулю в висок. Хайпит. Хотел убить тобой уже не раз. Вода! Опять по проводам, ты снова где-то в хлам, а я где-то один напился. Опять твои слова вода, текут по проводам, я ими не могу. Явно не мой конек, и мы все умрем. Уже было до нас, можно выдохнуть сах и уставить глаза в небосклон. Если окружающему блядству и сопротивляться, то не с величальным лицом. Все повторится не раз, но мы живы сейчас, номера на удобрять чернозем. Рэп спас свою жизнь, не только Джей Дилла. Маленький еврей в черном жанре Боб Дилан. Резкость моб, типа легкость, кью, типа миксовал. Мне словно заплатили, как Эрику Сакимом. Я верил путь к Эврике, найду, хотел судьбу красивую, как в клипе Рутс, Эрика Баду. Сторителлинг на ходу, джексы, как у гейма, тимбы, как у нас. И если ветер северный подул, когда-то липали, еще не выжил из ума. За много лет, только ничего и чума. Я им себе чевал и линчевал, все, кто на лаврах почевал, и бездарными текстами ланчевал. 10 лет явлением было, кто-то молчанием, мучение, как у Ворга, Мега из Каннибалов. Сейчас трек мой порошок, рэп спас мою жизнь. Пришло время вернуть должок. А вот этот замечательный кринжовый момент я просто не могу оставить без комментариев. И не по той причине, что в нем есть что-то особенное или что-то примечательное, а по одной простой причине. На заднем плане играет замечательная композиция из старого доброго, наверное, 2009-го Bass Hunter Now You're Gone, которую YouTube злополучно определяет, и я не могу это просто так оставить, не заглушив это никаким другим звуком, или просто взять дорожку и растянуть ее. Такие штуки не проходят просто элементарно, поэтому вам придется немного послушать моего закадрового голоса, чтобы хоть как-то приглушить звук от музыкальной дорожки и этой композиции, которая сейчас играет. Два танцующих добытчика, чек! Несмотря на то, что у меня не подключена монетизация ввиду того, что у меня нет достаточного количества подписчиков и часов просмотра, да и несмотря даже на то, что монетизации как таковой в России сейчас наверняка практически нет, я все же не хотел бы получать на ролике значок по нарушению авторских прав, поэтому
эту музыкальную дорожку я сейчас немного забиваю просто своими комментариями, чтобы она не была более определена алгоритмами YouTube. Я за это дичайше извиняюсь, но ничего другого сделать именно с этим фрагментом не получилось. Мы в школе с ним выступали. Это год вообще. 2007? 8 лет было. Не-е-е, нам 9. Нормально запекшили. Yeah! Саня! Мы счастливы! О, чекай, что есть у меня! Ну-ка. Сори. Блин. Это, блядь. Саня, это просто твой ким должен быть, когда ты на своей шахе едешь. Давно мы тебя ждали. А что ждать? А по-твоему, я на районе движухи устраиваю. Вы тут уже всем поперед горло стоите. Равно всех поймаю. Ой, мама, моменты меня гадают. Да, меня менты постоянно дрожат. Вот примерно такой движухи от нас с тобой, Настя. Миша ждал вчера. Все, я нашел ее. Где жижа? Это композиция сама по себе является плагиатом. И непонятно, почему здесь не работает закон об авторском праве. Ведь фоном для этой композиции стала народная болгарская мелодия, которая была нашими доблестными рэперами скоммунижена, но тем не менее. Не верю людям и рыбам, если люди не близки, а рыбы не искренни. Видать, в ментовке закончились ластики, чтоб наши делишки почистить. Ну и в этом случае здесь появилось вот то же самое на заднем плане. Играет композиция «Беги, Stayin' Alive», которую, наверное, многие из вас когда-либо слышали. Не знаю, почему алгоритм так странно работает. На некоторых дорожках он этого не замечает, как вы могли увидеть. В некоторых местах не было нужды как-то изменять аудиодорожку, и это прокатило и так. А в некоторых моментах даже очень тихо играющая музыка на заднем плане представляет некоторые подкёр для контента ID на YouTube. Вань, ну как оно? Мы справляемся как можем. Парень, если что, темку мует, он уже четвертый день не срет. Или пятый уже даже. Невидимые проблемы. Слушай, вроде щелкает, не? Да нет, не переключается. Почему она в холостую ходит? Так не хочется посетить, первый раз держать. Вот этот. Ну, по аналогии с автомобильным более или менее, хоть сколько-то можно, наверное, понять. Мне даже его не разобрать. Серьезно? Я просто себе верю писать. Че? Может быть, она и втыкается. Да? Да, сейчас посмотрю. Думаешь, на винте что-то может быть? Ну, я тебе просто сказал, когда этот, на передаче было слышно, что что-то как-то, ну, звук странный. Биение как будто какое-то. О, Саня! О! Ну и последняя заболтанная композиция в этом ролике, которая определяет YouTube, это вот это. Сань, посмотри, что там с кофе. Не знаю, как сквозь звук мотора YouTube смог это определить, но тем не менее. Следующий сплав мы обязательно сделаем так, чтобы ничто из играющего с колонки не нарушало авторское право, для того, чтобы не мучиться потом при обработке и не загружать кучу отдельно с рендерами кусков на YouTube для проверки через Content ID. Вот как-то так получилось. В следующий раз постараемся этого избежать. Камера работает? Сейчас вот еще один.
Да всё! Один православный забросит. На, работает. Такой я не могу, это вообще кринж. Боль умеющий. Собаку, и опять один, пожалуйста. Пока Савелий твой. Нет. Слышишь, Саф, отвои, пожалуйста, на середину, а то у нас опять... Вот пока он удочку из рук не выпустит, я никуда не поплыву. О, ну это еще раз. Да ты задолбал. Хочешь с тобой одеваться тогда. Че говоришь? Я же одеваться пойду. Я-то уже прыгнул. Обиделся. Сав, все, давай. Нормально. Саня въезжает в стройку. Сейчас сюда им дадут, короче. А, кстати, нормально. Еще бревен было? Погоди. Саня, можешь им бывать. Да с кимбочкой нам учем. Вообще с кайфом. И ветер, да, вроде ушел? Да. Ну чё, напрыгались? Да. Давай ты. Я? Да. Но у меня камера. Сейчас. Вань, возьми камеру у Миши. С кайфом, с кайфом. Вон туда. Кринж, чел, это не прямая. Тут ни хера. Да. Савелий у штурвала как боцман. Че, есть? Да. Саня, я это заснял, Саня. Саня, тащи его. Гиганта мысли. Я даже не вижу, какой он там изосунся. А, вот он, красавец. Я думаю, ему надо домой. Да, я знаю. Че, поворот выломило? Да. Поворот выломило? Тебе туда просто. Миш, че, ему домой в банку с солью? Не, домой в реку. Сделайте. Не, давайте. Раз, два, три. Слабовато, слабовато. Вы меня забыли, кажется, я думаю. Заберите меня отсюда. Итак, прибытие. Я уже вижу, как на нас повернуты взгляды. Отсюда, Санек, так рыбу хорошо видно. Это утки. А дальше утки вроде нет. Давно тут не были. Да. Не очень-то и хотелось бы, конечно, здесь быть. Дом, милый дом, что ли тогда? Вот наше место прибытия. И Мишина нога. Две. Кря. Ква.
Сань, в сторону понтонника по той стороне, офигач. Ну, наконец-то нас хоть кто-то снимает. Я думал, этот момент не настанет. Иван, прими, пожалуйста. Иван, заснимешь? Кого? Тебе? Вот сюда снимай. Сейчас, пацаны, левый корон, правый корон. Ребята, огромное спасибо всем, кто досмотрел этот ролик до конца. Я это очень сильно ценю. И если у вас хватило терпения досмотреть этот ролик до конца, я думаю, вам могут понравиться и другие мои ролики. Поэтому советую вам подписаться на мой канал. Еще раз спасибо за просмотр. Всем пока.